Общий объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане по итогам прошлого года увеличился на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов на церемонии открытия программы партнерства между Азербайджаном и продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН ФАО. По словам министра, самообеспечение страны мясными и молочными продуктами достигло 90%. В рамках программы партнерства Азербайджан выступал не только в роли бенефициара, но и превратился в донора. Такая модель сотрудничества может послужить примером для других стран-членов ФАО. Благодаря проведенным правительством страны стимулирующих мер в 2018 году объем производства сельхозпродукции вырос на 4,6%. Самообеспечение Азербайджана мясной и молочной продукцией достигло 90%, а овощами и фруктами превысило 100%. Инам Керимов добавил, что главными направлениями развития аграрной сферы в Азербайджане является продовольственная безопасность, обеспечение страны здоровой пищей и развитие сельских районов. В этом плане приоритеты страны и ФАО совпадают. Одним из них является проект, осуществляемый с участием молодежи «Амал Аграр». В рамках данного проекта молодые люди смогут развивать свои собственные возможности трудоустройства. Мы будем поддерживать молодых людей в приобретении необходимых знаний и навыков для достижения ими финансовых ресурсов и развития себя в сфере самозанятости. В настоящее время с участием ФАО в Азербайджане реализуется 6 проектов. 4 проекта будут запущены в ближайшее время. В рамках программы эксперты агентства по продбезопасности пройдут курсы международной подготовки. В этом году планируется реализация ряда учебных программ в области продовольственной безопасности и правовых рамок для институциональных реформ. К концу января поддержки ФАО также будут проводиться краткосрочные учебные программы. Отметим, что организация ФАО, с которой в общей сложности реализовано 53 проекта, является одним из важнейших партнеров Азербайджана на международной арене. Медина Гурбанова, Фидан Агуи, Ульвия Сабиргазы, Руфат Аликперов, CBC.